Внимание! Дополнительная информация Сурену Налбадяну. Ему 3 июня исполнилось 60 лет. Давайте все дружно поздравим его и пожелаем ему здоровья на долгие годы и всего самого наилучшего. Борца в красном трико на ковре А секундирует заслуженный тренер России Муслим Догучиев. На ковре «Б» после первого периода ведет Руслан Исаков, Санкт-Петербург, борец в красном трико. 4-0.
Внимание всех, кто секундирует своих спортсменов. Ведите себя достойно, на ковер не выходите, иначе будете сняты с соревнований. Победу на ковре одержал Исмаил Сайд Хасанов, Чеченская Республика, Ростовская область, мастер спорта. На ковре Б победу одержал Руслан Исаков.